пою. Вот. И вы знаете, часто меня спрашивают: Дмитрий, что вот это вот вы там, крокодил, какой крокодил, что ерунда, какая-то священный крокодил, что это такое? Вот. Какой? Священный. Да, священный. Но почему священный крокодил, что это такое? А я вам вот расскажу сейчас историю. Значит, я вообще, как это не странно, может быть, выглядит, но люблю читать книги. Вот, может быть, это вам покажется странным, да? Когда вы послушали мои песни, как бы, может быть, это вы... Да, да. Но смысл в том, что есть у меня любимый писатель Габриэль Гарсия Маркес, такой латиноамериканский писатель. Может быть, вы читали его произведения, типа «100 лет одиночества», «Самый знаменитый полковник, его никто не пишет». Вот. И я, значит, как-то читал его биографию. Его биографию, и там... Он как бы сам из Латинской Америки, и я уже не помню, либо там у них, видимо, этот крокодил считается каким-то священным животным, или что-то такое там как-то. Короче, он к своей жене обращался, вот, значит, священный крокодил называл ее так. Вот, не потому, что она была как бы очень некрасивая, нет, она была очень красивая женщина, но вот крокодил священный, как у нас, как вы, не священная корова, как бы, или как у нас там, я не знаю, что. Вот. Вот, и я почему-то, мне так понравилось это вот, «Священный крокодил», и я написал про эту песню. Вот. И, собственно, и все дела. Все очень просто. Согреет пламенем свеча, как будто из последних сил. Ты точка всех моих начал, ты мой священный крокодил. Ты дверь, в которой нет ключа, ступени в небо без перил. Моя вселенская печаль, ты мой священный крокодил. Прости меня за то, что я тогда тебя уговорил. Я задыхался и кричал, я ненавидел и любил. Ты точка всех моих начал, ты мой священный крокодил. Мы будем пить вино и чай, хоть я давно уж все пропил. Как раньше я не замечал, ты мой священный крокодил. Прости меня за то, что я тогда тебя уговорил. Сегодня сюда пришли, я очень рад к вам приехать. Вот поскольку, знаете, ну давайте так, поскольку гримерки нету здесь, я не могу сейчас уйти, чтобы вы меня на бис позвали. Давайте будем сидеть в пишпицу, я уже ушел, и вы сейчас громко так на бис давай. Вот. Я всех вижу, кто не хлопает, всех запомню. Да, я хочу спеть напоследок песню Вени Дыркина с удовольствием, с огромным, поскольку, опять же, повторюсь, вот Оксана организовала даже концерт этому замечательному артисту в Обнинске. И я рад, что какая-то есть такая, может быть, преемственность, традиция, и я в некотором роде в эту традицию и преемственность, надеюсь, попал. Вот. Я очень рад, что сегодняшний концерт совпал с бракосочетанием Алены. Поаплодируем! Алёна, за
то, что она преодолела в себе свою природную скромность и наконец-то. Помните, как в «Иронии судьбы» с этим паром? Он все-таки преодолел, и первым из нас вышел вот это сюда. Вот молодец, Алена, молодец. Все. Желаем вам счастья и чтобы все у вас было хорошо. Приходите на мои концерты, с детьми приходите, вот, с внуками, вот, со всеми, всех, всю семью приводите, буду всех рад сивки, три копытца от братца, две попытки вернуться, три попытки остаться. С вечера полуумного в зал немноголюдный, прощай мое детство. А с утра безголово от короткого слова на стекле электрички. Я не синяя птица, в три погибели гнуться. Я хочу улыбаться, чтобы не развернуться. И что сегодня Джадас нам станет горьким лекарством с песней по жизни. И чего мне стрематься, белой кошке в окрошке, парус надежды. Нам станет горьким лекарством с песней по жизни. И чего мне стрематься, белой кошке в окрошке, парус надежды. Это я про себя, это все для вас, да.